День независимости Казахстана отметили и в Турции. В стамбульской школе имени Абая провели открытые уроки и организовали выставку главных исторических дат нашей страны. Район Стамбула, который населяют казахи, называется Сейтун-Бурны. В честь дружбы двух государств одну из улиц именовали улицей Абая. Именем великого поэта названа и школа, которая открылась в 2003 году с участием Нурсултана Назарбаева. С тех пор здесь широко отмечают все государственные праздники Казахстана. День независимости в нашей школе отмечается каждый год и казахскими, и турецкими преподавателями и учениками. Мы братские народы, и эта школа – своеобразный мост между нами. Я поздравляю с этим праздником весь народ Казахстана. Расписание в школе праздничное. Тема открытого урока – 23-летие независимости. Ученикам рассказали, как образовалась страна и получила суверенитет. А школьники изобразили свое видение на бумаге. Я поздравляю всех своих братьев-казахстанцев. Мы с друзьями нарисовали этот рисунок. На нем изображена мирная жизнь Турции и Казахстана. И я хочу, чтобы небо над нами всегда было ясным и безоблачным. В сказках и легендах двух наших народов есть общий персонаж – Ходжа Насыр. Это герой с необычной смекалкой, который помогает бедным и нуждающимся. На этом рисунке Ходжа Насыр желает мира и единства турецкому и казахскому народам. Следующее занятие в зале искусств. Талантливые ученики соревновались в художественном чтении стихов Абая. К концу занятий в праздничном настроении школьники дружно исполнили казахский национальный танец. Анжела Гарипова, Ержан Жунес, Самат Сулей, Стамбул.